Мы только начали собирать урожай, как и Эсмиры нанесли удар из ниоткуда, застигнув нас врасплох. Во всем Эдингере раздавали звуки рожков войны, и заполненные дымом улицы города побагровели от крови его жителей. Дикие войны из Каргальда вторглись в наш дом. Городская стража храбро сражалась, но Эсмиров было слишком много. Вскоре захватчики оказались на главной площади, а центр города был в огне. Все, что могли сделать, это отправить посыльного вызвать помощь, в то время как оставшиеся в меньшинстве стражники были сосредоточены на защите убегающих горожан. В результате самоотверженной жертвы стражники отдали свои жизни, чтобы помочь жителям города. Вскоре выжившие начали укрываться в холодных стенах замка, безопасные на данный момент. Все, кто могли, присоединялись к составу замка, чтобы подготовить оборону. Кровопролитие продолжалось неослабно. Улица за улицей, площадь за площадью. Эсмиры наводнили город, убивая всех, кто не успел сбежать. Позже они подготовили свои осадные оружия и разбили ворота, соединяющие город и замок. Мы думали, что не могло быть хуже, но мы увидели чудовищную фигуру. Каргальцев возглавлял их малоизвестный, безымянный чемпион. Ничто из того, что я видел за всю свою жизнь, не выглядело так ужасно, как эта похожая на зверя фигура. Все мы слышали рассказы об огромных северянах, но ничто не готовило нас к тому, чтобы увидеть этого чудовищного человека, идущего по улицам нашего города. Наши сердца оставили всякую надежду. Мы укрылись в крепости и подвели итоги ситуации. Припасы были ограничены. Хуже того, ворота бастиона были сильно повреждены, отрезав нас от защитников в бастионе. Без сомнения, эсмиры скоро нападут снова. Замок, единственная часть Эдринга, которая еще не была захвачена, теперь находится в осаде. И мы должны поддерживать наших солдат во время сражения, чтобы задержать врага, пока не прибудет подкрепление. Бастион должен продержаться. Это наша основная задача. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на мой канал. И мы будем играть в игру под названием Siege Survival Gloria Victis. Эта игра находится во вселенной Gloria Victis. Кто играл, тот знает. Кто не играл, можете загуглить, что это такое. Но тут совершенно другая стратегия. Тут мы будем, наоборот, выживать. Мы будем стараться помогать нашему гарнизону. Мы будем добывать всякую разную пищу, продовольствие, строить всякие производственные здания. Впрочем, давайте-ка посмотрим. Всем приятного просмотра. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень сильно поможет моему, собственно говоря, каналу развитию действий. Ну, поехали. Играем мы за Флина. Он рабочий. Вот его, пожалуйста, биография. Я никогда не думал, что моя жизнь может полностью измениться всего за один день. Вчера я делал свою работу вокруг животных. Сейчас я нахожусь в руинах замка, в окружении диких захватчиков, ожидая спасения. Пусть праотец защитит нас в этих отчаянных временах. Давайте немного посмотрим по интерфейсу. Что мы здесь видим? Собственно, в левом верхнем углу это задание, которое нам надо сделать. В правом верхнем углу это какой идет день и времена. И, собственно говоря, погода. Внизу склад, внизу меню. С этой стороны, собственно, наш Флинт. Обозначение, что он делает. Вот он, пожалуйста, рабочий. Это его потребности. Он хочет спать, есть, пить. Здоров или болен, в хорошей или плохой форме. Ну, или обеспокоен чем-либо. Собственно, вот это наше... игровое поле, в котором мы и играем, и давайте-ка поговорим с жителем. Немножко о минусах. В минусах мне не нравится в игре, что вот это. Вот это меня очень сильно отвлекает от процесса игры. Не знаю, как вас, но мне вот это вот напрягает все время. Читать, вникать, выбирать. Я хочу просто поиграть, просто повыживать. Но нет, я должен вот это вот, 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 вот. Мужчина перед вами Бергман, местный плотник. Отрадно видеть, что он выжил, но события последнего дня оставили на нем след. Он просто сидит здесь, дрожит и прижимает руку к груди, и даже не осознавая вашего присутствия. Осмотреть его. Вы ищете какие-либо раны, но вдруг замечаете, что он держит в руке. Это маленькая сожженная кукла. Выясняется, что этот человек только что потерял свою семью. Вы не можете отменить того, что произошло, но, безусловно, не повредит дать этому человеку теплую еду. К сожалению, кухня была разрушена, когда эсмиры обстреливали из требушетов, так что сначала придется построить костер. Во всех этих кучах мусора должны быть какие-то полезные материалы, верно? Уйти. Вот мы, блин, почитали. Да, пожалуйста, теперь мы должны это искать. Почему нельзя было озвучить вот это вот минутного разговора? Непонятно, мы должны это читать. Меня это отвлекает, мне это не нравится. Поедемте дальше.
Собственно, давайте соберем все ненужные ингредиенты для того, чтобы построить костер. Все мы знаем, что нужно для костра. Для костра нужно дерево. Взяли, как мы видели, небольшую груду хлама. Пошли на склад и выбираем. Построить пень с козлом. Строить и выбираем, куда его построить. Можно крутить, можно что угодно делать, куда угодно ставить. Ну как куда угодно. Не везде он, конечно, крепится. Ну, давайте сюда поставим пень с козлом. И, собственно говоря, мы строим. Потихоньку буду объяснять весь геймплей игры. Я поиграл немного, я понял, я знаю. И мы играем в демку, потому что игра, собственно, еще не вышла, но достаточно большое количество игрового процесса здесь есть. Построим, пожалуйста, дрова. Дрова нам нужны, чтобы разжечь костер. Нам нужен хлам. Где нам взять хлам? Вот здесь, наверное, нам предлагают его взять. Ни с кем больше не поговорить. Давайте посмотрим, есть ли здесь какой-то хлам. Да, взять все. Все эти наши предметы сразу автоматически идут на наш склад. Вот он. Ну, не этот, а вот этот продовольственный. Кладовая называется. Костер поставим посередине. И уже приготовим еду. Но, как уже видели, то, что просто так еду не приготовят. Сначала надо сделать костер. Нам дали одно яйцо свежее. Поэтому мы можем спокойно приготовить один суп. К сожалению, он никак не называется. Он просто называется еда. Нарисована какая-то ерунда, но приготовится из яйца. То есть, грубо говоря, мы яичницу сделаем. Мне кажется, он сгорит сейчас немножко. Еду приготовили, ничего с собой брать не надо, просто подходим к человеку и отдаем ему покушать. Бергман все еще сидит на своем месте, дрожит и прижимает потрепанную куклу к груди. Он кажется отсутствующим, как будто он переживает темные моменты снова и снова. Ну давайте дадим ему еду. Он едва замечает ваше присутствие, но вы заставляете его съесть еду. Укус за укус, вы замечаете, как жизнь возвращается к нему. Наконец-то он оставляет пустую миску и засыпает. Можно с уверенностью сказать, что он не закрывал глаза со вчерашнего дня. Позвольте ему немного отдохнуть. Отдыхай, братишка. Но его выздоровление пошло бы намного быстрее, если бы у вас была обычная кровать, которую вы могли построить из материалов, лежащих на улице. Врата, соединяющие город с замком, повреждены, но вы знаете, что есть секретный проход, ведущий к городскому рынку. Вы можете использовать его и искать припасы под покровом ночи. Все, собственно, теперь вот этот минус. Вы поговорили там, вы еще не понимаете, что здесь надо делать, вам надо идти говорить вот с этим чебупирем. Солдат, стоящий перед вами, весь в крови, его глаза потускнели от усталости, туника его в доспехах разорвана в клочья. Только когда он заговорил, вы узнаете Гальвика, племянника Бертмана. И друга детства Флинта. Он счастлив видеть вас живым, но даже сквозь маску из крови и грязи вы видите, как лицо Гальвика бледнеет, когда он узнает о смерти Бертмана. Все эти имена меня прям бесят. Он ошеломлен потерей тети и сестры, и еще один удар падает на уже измозженного человека, но нет времени отчаиваться. И смиры скоро нападут, говорит он. Мы должны пополнить припасы, прежде чем это произойдет. Затем он рассказывает, что группа солдат тоже обыскивали город, но они еще не вернулись, поэтому нужна ваша помощь. Что тебе нужно? Нам нужны стрелы, говорит он. Много стрел. Конечно, их создание с нуля уйдут дни. Но как насчет мастерской лучника в городе? Это наш шанс. Поторопись, говорит Гаврик. Вся наша жизнь зависит от тебя. Он возвращается в бастион. Вот просто меня вот раздражает эта читанина. Я просто вот... Сколько я... Сейчас скажу. Я записываю 18 минут. Из 18 минут я просто читаю 7. Ну, а поиграть мне можно? Пожалуйста, давайте здесь тоже почитаем. О, да не бомбит у меня! Мародерство в городе. Отправить персонажа на оружие. Вот вторая часть геймплея. Это, собственно, наш замок. Мы, собственно говоря, здесь сидим. И мы можем пойти по всему городу погулять. Но для начала нам скажут... гулять там, где нам надо, потому что в первой вылазке не будет никаких страж. Поехали. Как вы видите, вокруг нас такие лучи белые происходят, а это лишь потому что мы громко шумим. Как громко шумим? Громко ходим, то есть бегаем, и от этого издается громкий шум. Если будем ходить тише, красться, то буду, собственно говоря, и шум поменьше. Взять все, драгоценности, дерево. Драгоценности я, кстати, так и не узнал для чего. Просто подбираю, почему бы нет. И опять взаимодействие, поболтать. Я даже не буду читать, я вам в двух словах скажу, что здесь происходит. Короче, это раньше здесь была казарма или какая-то херь,
кто-то там что-то, блядь, разграбил, здесь все, ты никого не видишь, исследует, увидел, все, продолжи, ты видишь какую-то бабку, которая держит детку, говоришь, помочь, не помочь, и ты выбираешь, помочь или взять топор и уйти. Можем взять топор, можем не брать топор, похоронить труп, можем помочь. Все, давай будем добры, поможем, похороним труп, все, пожалуйста, ура, стрелы получили. А так бы мы получили просто топор. Но нас же просили стрелы. И в дальнейшем давайте пропускать все эти разговоры, потому что они мне нахрен не нужны. Что это такое? Слегка ранен. Где успел пораниться? Собственно, весь геймплей ночью. Ты ходишь по городу, собираешь всякий хлам, приходишь утром домой, в замок, в бастион, хотите как хотите, так и называйте. И, собственно, там уже крафтишь. Помогаешь гарнизону, собираешь всякие разные боеприпасы и продолжаешь заниматься тем же самым. Давайте пособираем немного и посмотрим, что мы сможем найти во всех этих хламах. Нам нужно быстрее возвращаться домой. У нас есть задание в правом верхнем углу. Найдите материал для постройки кровати, дерево 4, ткани 2 и волокна 3. Мы, по-моему, уже нашли или не нашли. У нас много дерева, одна ткань, ни одного волокна. Нам не нужно столько дерева. Блин, хотя дерево всегда нужно. Вот овощи можем. Так, взять все. Как съесть овощи? Рюкзак. Употребление. Вот я съел овощи. И могу взять дерево. Есть такая еще история про то, что надо сжигать трупы. Если мы трупы не сжигаем, а сжигать мы можем только с факелом, но факел мы не взяли, то будет эпидемия. Эпидемия в городе, то есть это болезни, то есть, собственно, надо будет делать лекарства. Это лишние траты. Они нам не нужны, поэтому в основном надо брать с собой. Мясо пошло нахер. Или дерево. Мясо или дерево. Травы. Все. Вот так вот. Все. Немножко атмосферненько. Мне такая атмосфера нравится. Вообще... Ой, я сейчас... Вот я прошел мимо, я, скорее всего, сейчас заболею. Будет отражение того, что я заболел. Стой. Зря я пошел сюда, не надо было выходить здесь. И, собственно, можно возвращаться домой. Просто нажимаем сюда и побежали. Два раза нажимаем. В первую ночь не будет стражников, поэтому можем делать все, что хотим, но в дальнейшем нам надо будет скрываться. Да, я действительно хочу вернуться в замок. Ночь была спокойная, начать второй день. Опять поговорить, конечно, с ним. Сейчас вкратце расскажу, что... Ой, хорошо, спасибо большое, что ты меня спас. Давай я буду тебе помогать. Конец. Собирать хлам и прочая ерунда. А мы пойдем построим кровать. И у нас появился Бертман. То есть мы теперь играем вдвоем. Пока один чувак идет спать, мы идем собирать всякие боеприпасы. Построить. Все, кровати там строй, и Флинт, наверное, будет спать, потому что спать он хочет. Слегка проголодался. А, ткань. То есть он спать не хочет. Ага. А что он хочет? Поесть и попить. Ну, давайте сейчас. Достроит. Достроил. А у меня нет ничего. Голодные курицы. У меня есть корм свежий. Вот, пожалуйста, пока ешьте, а потом гнилая еда, из него сделаем тоже корм. Мы управляем двумя людьми, поэтому пока один отдыхает, другой что-то делает. Но так как Флинт еще не устал, он пускай не отдыхает, а работает. Да? Бинт, материалы, взять все. Наводим пока порядок. А Флинт ранен, и поэтому он должен попить, поесть и отдохнуть. Давай-ка попьешь и иди спать. А я пока за другого челубея поиграю. Спать на кровати. Спишь на кровати, быстрее восстанавливаешь здоровье. Тут говорится то, что колодец рухнул, надо его починить. Все. Но при этом расписано на 400 листов. Какая беда случилась. Сейчас нам нужен верстак или стол мясника. Скорее всего, стол мясника, чтобы приготовить корм для наших курочек. Вот куда-нибудь здесь у нас будет располагаться еда. Рядом со складом. И открываем бастион. Собственно, что мы видим?
силы врага, наши силы, и у нас просят для задания, для выполнения задания отправить просто стрелы. И мы отправим просто стрелы. Пожалуйста, больше ничего отправить мы не можем. Окей, плюс 9. Все довольны. Бастионе стало больше силы, и поэтому мы выиграем, то есть не проиграем бой, осаду. Отлично, анимация постройки, вот прям строят, прям вижу вот каждую деталь. Что мы можем делать на столе мясника? Это, собственно, приготовить корм. Из туши я делаю сырое мясо и волокна. Потом сырое мясо могу приготовить, правильно? Еда есть у меня какая-то. Пойдем вот этот завал освободим, и сейчас уже скоро наступит ночь. И мы опять пойдем в вылазку. Потому что если у тебя заканчиваются всякие разные инструменты, то тебе, собственно, здесь делать и нечего. Новое задание. Найти ночью чистую воду. Флинт ранен. Флинт отдыхает, собственно говоря. Флинт, пожалуйста, на отдыхе. Или все, он уже не отдыхает. Погнали. Ночную вылазку искать. Кого искать? Грустный. Так, ты будешь залечивать раны, а ты будешь грустным ходить по городу. У меня где-то был факел. Вот я возьму с собой факел, если что, подожгу труп. Начать мародерство. Погнали. Как вы могли заметить, в левом верхнем углу видим небольшой глаз. Это обозначение стражи. Насколько сильно стража следит за вами. То есть, если, например, будем слишком много шуметь, нас постоянно будет обращать внимание стража, то они будут увеличивать патрули. И, собственно говоря, нам будет тяжелее пробираться по городам, по городу, мародерству. Поэтому вот так вот. Грязная вода нам нахрен не сдалась. Мы ее очищать пока не можем. Это проход на соседнюю территорию. Вы пока не можете пройти, потому что... Как обозначается стража? То есть, если мы видим, мы вперед нажимаем, там темно, просто темно. А если впереди будет стражник, то там будет подгорать красным цветом. Мы сможем спрятаться в кусты, и нас стражник не заметит. Сжигаем труп, чтобы... Никакой эпидемии у нас не было. И во втором дне нам предлагают найти лопату. Мы сейчас это и сделаем, чтобы расчистить проход в соседний регион. Вот, собственно, и лопата. Давайте-ка, куда пойдем расчищать? Ну, давай уберем препятствие и пойдем в ту сторону. Глядишь, что интересное найдем. Если мы найдем какую-нибудь сломанную кирасу, сломанные доспехи, то это вообще будет кайф. О, заброшенный дом, скорее всего, что-то... Блин! Какой-то жил богатый купец, внезапно слышит суматоху внутри, может быть, это с мира. Заглянуть внутрь. Видите, двух из миров, третий приближается на пункт женщины, жестоко бросает ее на землю. Мгновенно женщина должна ей помочь. Эта игра не про воинов, я думаю, будет верный вариант толкнуть на них остатки стены. Груда обломков хранят врагов заживо. Когда пыль осела, вы видите широко открытые глаза женщины. О, это что, я... Ого! Она пригодится в замке. У нас что, будет новый персонаж? Ничего себе. У меня такого не было. Как зовут? Рина. Уйти, конец. Отлично. Ого. У нас новый персонаж в замке получается. Женщина, два мужчины, одна женщина. Чем-то будете заниматься там вечерами. Оп, вот стражник. Он меня спалил. Глазик не успел. Погнали отсюда нахрен. Есть такие кустики, в которые ты садишься, и стражник, собственно, про тебя забывает. Но пока видим то, что свечение есть, поэтому посидим пока здесь. Он свалит, и мы пойдем дальше. Вражеский штурм приближается. Вот, собственно говоря, и о чем я говорю. Надо в бастион предоставить побольше всякого. Но я вообще ничего не могу им дать. Извините, мужики, 36 на 35, как хотите. Новый персонаж. Чувствует себя намного лучше. Рина, кто ты такая? Хороший торговец, плюс сражение, минус рюкзак. Прикольно, прикольно. А теперь трое. Я не знал, что можно быть трое человек. Я думал, тут можно только вдвоем играть. Мы вроде бы собрали немножко дерево, поэтому мы можем построить верстак. Строить. Давайте куда-нибудь сюда поставим. О, смотрите-ка, битва началась. Ой-ой-ой, тихо, тихо, закрыть. Закрыть, Флинт, не беги туда. Флинт! Попил водички, молодец. Все, осада началась, нам можно подбирать все вот эти вот предметы. Но главное, самому не попасть под эти. Собственно, дела. Хочет кушать, камень взяли. Поешь. Главное, чтобы на нас не упал.
Можем подобрать? Не можем. Все же закончилось. Битва окончена. Что в меня стреляют? Один солдат ранен. Ну что ж поделать. Все, иди отдыхай. Спать на кровать. Один солдат ранен. Как мы его можем полечить? Временный бинт можем отправить. И все. А почему воду не можем отправить? Ладно, отправим просто временный бинт. Окей. Так сказать, подлечим. И посмотрим, как можно сделать это временный бинт. Это, скорее всего, вот какая-то вот из этих частей. Стрелы, железный слиток. А где мне взять железный слиток? Не знать. Мне нужны доски. Ну, давайте сделаем доски и построим мастерскую. Досок-то у меня нету. Ну, окей, пойдем флинтом, значит, мы в город. Настала ночь. 6-9, рюкзак, спать на кровать, спать на земле. Да, пожалуй, так и сделаем. Ничего у меня нету. Начать мародерство. Мародерили мы немного. Немножечко нас почти чуть не схватил стражник. Но есть хорошие новости. Мы нашли железный слиток, и поэтому мы сможем построить немного стрел для нашего гарнизона. И тогда наша оборона будет намного сильнее захватчиков. И мы сможем продержаться до конца. Ну как до конца? До конца демки. А потом будем ждать, пока выйдет, собственно, релиз. Что тебе нужно опять? Но Галик, он выглядит еще более уставший, чем в прошлый раз. Должно быть, в прошлом 10 напряженный бой. Да, почини и дай бинты, я понял. Хорошо. Построй мастерскую, почини, сделай то, сделай все. Они вдвоем спали, походу. Учит жажды, иди водички попей. Благо, мы собрали много всего. Защитные раненые. Им нужны бинты. Надо отремонтировать. Топор. Так, немножко воды им отправим. Вот так вот. Обойдутся. 20 воды им хватит. Отличненько. Теперь мы должны построить мастерскую. Пень с козлом сделать. Пожалуйста, древесину. Ты у меня подружка. Блин, да что ж ты. Продолжить. Подруга моя, чем занимаешься? Хочешь кушать? Иди поешь. Ты устал? Иди поспи. Все, всех распределил. Все, что, кто, что делает. Мы и стрелы можем, и это. О, какие мы молодцы, суща. Все, строим инструменты и сейчас делаем мастерской стол. Стол мастерской. Блин, вот то, что у меня дерева теперь не будет, это уже будет печальненько. Надо опять выходить в город, опять искать дерево. Таим все. Это вот весь геймплей, по сути. Не, ну, это прикольно. Только я боюсь, когда я построю все здания, что, собственно говоря, тогда надо будет делать мне? Вся суть вылазки будет это в добыче дерева и корма для животных. По-другому я никакого варианта не вижу. Если бы здесь можно было построить лопату, мы, собственно, могли расчистить путь для всех остальных проходов и, собственно, там искать. Получилось не очень хорошее. На нас напали. Да, я не смог скрыться, потому что наступил день, я немного задержался, а эта хер мне перекрыл дорогу, и мне пришлось бежать в другую сторону. О, Габелла. Я ранен. Собственно, зато и посмотрели механику, как это вас, если найдут. Думаю, следующая вылазка моя будет очень суровая, потому что меня видели, меня знают и за мной бегут. Думаю, нет смысла даже вылазить на следующий день. Беспокойство охраны, оно уменьшится после того, как пройдет какое-то количество времени, если вы не будете попадаться. Тогда будет все чики-пуки. Нас заметили. Обнаружил наше присутствие в городе. В ближайшие дни усилит патрули. Ночью надо быть осторожнее. Собственно говоря, я про это вам и сказал. А ты делай вот это, строить. И у нас как раз вокруг костра
все наши постройки, и мы будем и лечить, и ремонтировать, и создавать, и рубить. Все у нас вокруг есть. Ну, только столик мясника, потому что он нам нахрен здесь не упал. Собственно говоря, давайте и попробуем, что мы можем сделать здесь. Травы. А мне трав ни одной нету. А, я же на... Ой-ой-ой-ой-ой. Волокна нужны и, собственно говоря, травы. А здесь я могу сделать волокна, правильно понимаю? Да. Создать. Все задания мы выполнили. Вот такая вот демка. Сказать, что игра понравилась? Да, она понравилась. Но не понравилось то, что здесь очень сильно отвлекаешься на прочтение всяких разных этих историй. Если бы они были хотя бы даже не анимированы, это было бы озвучено, а не написано, тогда ты бы намного сильнее вникал во все это. Видите, результат осады, собственно, мы все починили, у них много бинтов, много оружия, всего у них много. Единственное, что мы потеряли немножко стен, но это все отремонтируется. И поэтому, собственно, вот весь смысл игры. Всем большое спасибо за просмотр, ну и всем пока-пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк, мне будет приятно. Всем пока!